Бронзовый Ильич спокойно соседствует здесь с боярином Одинцом. Спортивный комплекс Одинцова принимает сегодня четвертую ежегодную премию «Наше Подмосковье». Вот так многолюдно и шумно в фойе волейбольного комплекса в преддверии церемонии награждения победителей премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье». Фойе спортивного центра превратилось в настоящую Вавилонскую башню, кого мы здесь только не повстречали. Добрый день, я из Талдомского района, сотник Талдомского хуторского казачьего общества. Представляю свой проект «Литературное знакомство». Проект называется «Православная библиотека для мобильных устройств». Вот это приложение, которое работает на большинстве используемых сейчас устройств. Это телефоны и планшеты, вот, которым более 2000 книг, и каждый человек может бесплатно воспользоваться библиотекой у себя в кармане. Я собираю убитые аппараты и постепенно довожу до ума, реставрирую. Для народа все. Здравствуйте, уважаемые жители Подмосковья, а также приехавшие на церемонию гости. Очень символично, что все мы встречаемся в день, в канун очень важного государственного праздника – Дня народного единства. От Ленинского муниципального района в конкурсе «Наше Подмосковье» приняли участие в этом году около 500 человек. Номинированы на премию губернатора 48 человек. Вот на таких людях стояла и будет стоять русская земля. Подмосковная земля богата талантами, но, как известно, талантам нужно помогать. Именно поэтому призовой фонд в этом году составил 180 миллионов рублей. Эти средства позволяют победителям дальше развивать свои проекты и продолжать работу на благо родных городов. Илья Кремнев, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ.